Жизнь – самая большая тайна и великое чудо. Иногда нужно лишь помочь этому чуду свершиться. Иногда важен только один шаг на пути к счастью. Центр семейной медицины уже более 15 лет помогает обрести радость материнства и отцовства с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Более 13 тысяч малышей появились на свет за время нашей работы. С 2015 года филиал центра открытый в городе Челябинске. Здесь доступны все известные на сегодня способы лечения бесплодия. Искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение, процедура ИКСИ и другие вспомогательные методы. В центре есть возможность бесплатного прохождения процедуры ЭКО по программе обязательного медицинского страхования. С первого дня вашего обращения в Центр семейной медицины и до рождения ребенка вы находитесь под внимательным наблюдением наших врачей. В нашей клинике проводятся все виды диагностики причин бесплодия, а также предимплантационный генетический скрининг эмбриона. Специалисты центра регулярно проходят обучение за рубежом. Лаборатории центра оснащены самым современным оборудованием. Именно поэтому более 75% пар, обратившихся к нам, приходят к долгожданному результату. Центр располагает собственным криобанком, в котором хранятся эмбрионы, яйцеклетки и сперматозоиды пациентов и доноров для последующих процедур оплодотворения. В клинике действуют донорские программы. Благодаря профессионализму и ответственности наших докторов, а также высоким технологиям, частота наступления беременности в Центр семейной медицины выше средних европейских и российских показателей. Центр семейной медицины. Обретая будущее.